Бурачок горный. Время цветения растения – апрель-июнь. Встречается в южной и средней полосе европейской части России. Растет на песчаных, меловых, известковых и каменистых склонах. Применяемая часть – трава. Время сбора травы – с апреля по июнь. Химический состав изучен мало. Известно, что семена имеют до 25% жирного масла, содержащего следующие органические кислоты. Линолевые, стеариновые, олеиновые, пальмитиновые, бегеновые, эйкозиновая, арахиновые. В траве выявлены алкалоиды и флавоноиды. Применение. Растение обладает мочегонным и слабительным действием. Водный настой бурачка горного применяли в старину внутрь при укусах бешеных животных. Растертую с медом свежую траву употребляют для втираний как косметическое средство при веснушках и пятнах на лице. В цветниках разводят культурные формы бурачка с белыми и светло-фиолетовыми цветками, с сильным медовым запахом. Садовые формы бурачка также обладают лечебными свойствами, но в меньшей степени.